Стройнее. Стройнее, хорошо. 43093 – это номер лота. Встречайте, 990 рублей. Поиск, который сделает из вас просто дюймовочку. Нет талии, мы ее нарисуем обязательно. Да. Где будем делать талии? Ну, на самом деле, Надь, хотелось бы начать с более серьезной проблемы. Не просто визуально постранить, а ведь лишний вес – это нагрузка на органы внутренние. Угу. Скорее всего, это повышенный холестерин, это оседание каких-то холестериновых бляшек, это проблема с сосудами. И, к сожалению, излишним весом страдают не только женщины, но и мужчины. Поэтому вот этот вот поиск подойдет для того, чтобы, конечно же, в первую очередь начать бороться за свое здоровье. Потому что все мы неправильно питаемся, да, в конце-то концов. Неправильное питание, самый опасный жир, он находится именно на животе. Это фактически новый гормональный орган, который вырабатывает женский половой гормон. Зачем вам это нужно? Абдоминальный жир образуется именно из-за неправильного питания, из-за сидячего образа жизни. Часто ли вы заходите в кафе фастфуд? Часто ли вы пьете газировку или другие напитки, которые способствуют набору веса? Конечно, я уверена, что не все, не без греха. Саш, как поправить ситуацию? Как легко. Легко. На самом деле, да, сейчас я думаю, смотрим на эти картинки. Вредно, но вкусно. И так хочется, да? Но согласитесь, мы можем даже от этого не отказываться. Мы можем просто-напросто приобрести вот такой вот пояс. Так, не отказываясь вы в своих каких-то пищевых привычках. Не отказываясь от своего привычного похудения. Вы можете по-прежнему вести свой образ жизни, но используя всего 4 часа в день наш пояс для похудения звездной талии, вы наконец-то начнете стройнеть, вы наконец-то начнете бороться с этим излишком жира, который откладывается, например, в районе живота. Но не только. Но, кстати, живот — это самое опасное место. И часто врачи рекомендуют замерить окружность вашей талии. Если она у женщин превышает 86 сантиметров, пора бить тревогу. Это действительно уже очень опасная ситуация. И мы рекомендуем вам все-таки, даже если еще не дошло до этого, делать превентивные меры. Выбирайте такой пояс, который поможет вам не только постройнеть, но что еще? Ну, конечно же, в первую очередь постройнеть, начать локально бороться именно с какими-то жировыми отложениями. За счет чего? За счет неопрена, который входит в наш состав, который плотно облегает тело, но не ограничивает в движении. Так. Создается эффект сауны. Кто-то скажет, ну иди в сауну, что там, потей. Но не всем, во-первых, сауну можно, а во-вторых, ну это не находишься, извини меня. А если нужно только в талии похудеть, что ж теперь, всему худеть, что ли? Здесь же активизируются и обменные процессы, и ускоряется распад жировых слоев, как раз-таки. Плюс ко всему, давай я неспроста сказала, что, примерь, например, давай. Только на талии. А если у вас, например, ягодицы должны, мы просто фиксируем чуть ниже, почему нет? Мы можем несколько раз обернуть вокруг бедра, пожалуйста, и чередовать. 4 часа в день на одном бедре, 4 часа на другом бедре. Почему бы и нет, друзья мои? Великолепный выход из ситуации. И, кстати, многие селебрити, представители шоу-бизнеса прибегают именно к таким поясам. Да, я знаю, я с тобой полностью согласна. И под их концертными костюмами кто знает, что действительно скрывается. А мы с вами рекомендуем не отказывать себе в привычках, что касается вашего питания. Конечно, у нас каждый день есть какие-то нездоровые приемы пищи, но тем не менее вы можете ограничить их нездоровое влияние на ваш организм. И, например, носить такой пояс, звездная талия, не случайно название звездная, точно. Да? Мы говорили о звездах нашей эстрады. Носить каждый день, абсолютно не смущать никого, поскольку этот пояс, как я понимаю, не заметен под одеждой, конечно, если вы этого 4 захотите. Часа в день. Вы надеваете его, идете в магазин, делаете уборку, идете гулять с собакой, ведь это неопрен. Именно он создает эффект сауны, именно он помогает нам расщепить жиры именно в том локальном месте, где вам это нужно. Мягко фиксирует ткани и органы, разогревает. И пористая ткань оказывает прекрасный массажный эффект. При согласна. Этом выводятся токсины различные. Сейчас я хочу обратиться не только к женщинам, внимание, но и к мужчинам. Или, может быть, к женщинам, которые думают о здоровье своих мужчин. Да. Очень частое явление пивной животик. Что уж тут скрывать, есть такое дело. Но есть. Будьте, пожалуйста, уверены в том, что жир, который находится на животе, абдоминальное ожирение, намного более опасное, нежели жир, расположенный на спине или в других частях тела. Угу. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы закрыть этот орган, чтобы он не вырабатывал лишних женских гормонов, чтобы вы чувствовали себя здоровой и здоровым. Итак, подумайте о себе и о своем мужчине. Берите два пояса. Почему это все? 990 рублей. Давайте сделаем необходимые замеры. Да, вот обратите внимание, все-таки, опять-таки, локальное воздействие, оно захватывает вполне себе обширную зону. Видите, ширина нашего пояса 19,5 сантиметров составляет. Поэтому какие-то ушки на боках,
ногах, например, вы хотите убрать, вам поможет хотим. Такой пояс, да. А в районе талии, да, животик, да, бедра, да. Слушай, а вот чисто визуально, да. Вот мы их убираем, а вот мне хочется сразу постройнеть. Можно ли так сделать, чтобы у меня прям вот был ровненький силуэт, не было вот этих вот нависаний? Конечно, конечно, естественно, мы надеваем вот этот вот пояс, и мы видим наглядные результаты, у нас есть подтверждение, у нас есть посмотрим. Счастливые лица и фигуры тех людей, которые носили пояс «Звездная талия». Знакомая ситуация, когда любимые джинсы не застегиваются, знакомое это огорчение, а когда купили новые вещички, а они лежат в шкафу, все, забудьте. Вот так отлично будут сидеть на вашей фигуре ваши любимые брюки, джинсы, юбки и платья. Да, и буквально недавно слышала, как наша одна из сотрудниц жаловалась, что она не влазит в свои весенние гардероб. Что же делать? Пожалуйста, Олеся, нужно заказать пояс 990 рублей, и ты сможешь постройнеть к весне, к лету и не выбрасывать свой гардероб, не отдавать его никому, конечно же, сэкономить еще и на этом. 990 рублей, у нас есть подтверждение до, после, это да. Очевидно. У нас есть подтверждение прямо сейчас, давай. В прямом эфире. Наша модель Ира только несколько минут назад надела этот пояс, но уже мы видим первые признаки. Вы представляете себе, эффект сауны, он реально работает, то есть уже Ира стоит просто-напросто и худеет. Она не прикладывает никаких усилий, она абсолютно не качается здесь, не стоит с гантелей, с гири, да. Но при этом процесс уже запущен. Так действует неопрен. Надь, но тут да. Нужно отметить, что неопрен здесь подкреплен медной ниточкой. Для чего это делается? Когда у нас вырабатывается пот, когда у нас усиленно потеет организм, это благотворное создание флоры для размножения различных болезнетворных бактерий. А медная нить выступает здесь в качестве антисептика и ни в коем случае не позволяет размножиться бактериям и микробам. Поэтому еще и гигиена великолепна. Спасибо, Александра, за столько подробную презентацию. Я хочу напомнить, что мы с вами все-таки встречаем весну, и не зря мы стройнеем именно в талии, чтобы на нас идеально сидели всевозможные наряды. Поэтому я сейчас готовлюсь представить вам нашу ведущую Анну Таранцеву. Аня, привет! Привет, девочки! Добрый день, дорогие телезрительницы! Конечно же, когда вы уже более красивы, более уверены в себе, нужно выбрать красивое точно. Платье. И в следующем часе мы обязательно сделаем это вместе с нашим специалистом Анной Галкиной. Покажем вам новые модели, а также уже полюбившиеся вам, поэтому не пропустите следующий час, час моды. Спасибо. Рубрика моды обязательно. Будем смотреть вас. Спасибо, Анечка. Ну, а мы продолжаем тему похудения. Конечно же, 990 рублей. Что нас волнует больше всего? Правильно, стройная фигура. Слушай, ну, мало остается этих поясов. 32 всего в наличии. Это что значит? Надо торопиться срочно. У нас эфир-то подходит к концу. А лето-то оглянуться не успеешь, уже катит глаза. Слушай, ну, правда, потому что, ну, это знакомая ситуация. Худеем к лету называется. Вот это женский флешмоб, который худеем все вместе. Новый год прошел, кстати, уже нужно худеть. Я недавно купила абонемент в фитнес-центр. Так. Скажи, пожалуйста, этот пояс поможет мне сбросить быстрее? Да, да. Ты можешь, кстати, действительно, ну, прибегнуть к каким-то, например, физическим нагрузкам, если есть такое желание. 4 часа в день по-прежнему носишь. Мне очень нравится. Вот я ленивая, например, 4 часа в день ношу, в магазин хожу, собаку гуляю и худею.